Почему власти Казахстана спустя 6 лет вспомнили о нормах, регламентирующих передвижение казахстанцев на автомобилях с иностранными номерами? Поэтому сейчас до владельцев машин с иностранным учетом активно доносят информацию, что если их транспорт не встанет на учет, то железных коней выдворят за пределы страны. За последний месяц тема регистрации автомобилей из стран ЕС стала едва ли не самой обсуждаемой в Казахстане. А все началось с того, что в июне 2019 года в адрес Министерства внутренних дел Республики Казахстан было направлено письмо от имени, внимание, Союза предпринимателей автомобильной отрасли Казахстана, КазАвтопром. В этот союз входят компании группы Бипек Авто, Семаз и Дэу Бас Казахстан. В своем послании этот союз просит принять меры по отношению к транспортным средствам, которые не соответствуют требованиям техрегламента и требованиям безопасности дорожного движения. Какие именно требования имеются в виду и что за меры необходимо предпринимать? Эти так называемые автопроизводители не уточнили. Ну, конечно же, нам нетрудно догадаться, что речь идет об ограничении эксплуатации на дорогах общего пользования машин с армянскими, российскими и кыргызскими номерами. Свою нелюбовь к армянским, кыргызским, российским и белорусским автомобилям этот союз обосновывает тем, что рост количества подержанных автомобилей, ввозимых с территории соседних стран, не только создает угрозы безопасности дорожного движения на казахстанских дорогах, но и препятствует усилиям государства, направленным на обновление отечественного автопарка. Это явление усугубляется тем, что отсутствие регистрации затрудняет учет этих автомобилей и позволяет нарушителям правил дорожного движения избегать ответственности. После этого в сети появились публикации, что к осени в отношении ввезенных автомобилей будут предприняты меры от штрафа до выдворения за пределы страны. Главной причиной очередной волны внимания к автомобилям с иностранным учетом МВД называет несоблюдение правил дорожного движения и высокую аварийность таких автомобилей в последнее время. Но доводы МВД о том, что автолюбители, не зарегистрированные в Казахстане машин, чувствуют безнаказанность, нарушают правила дорожного движения и игнорируют камеры и скоростимеры, не опасаясь получить штрафы. Конечно же, автовладельцы считают такие доводы абсолютно неубедительными. По нашему мнению, глубокому убеждению, государство защищает интересы олигархов, так называемого казахстанского автомобильного бизнеса, которым, безусловно, не выгоден ввоз автомобилей, а также интересы банков, которые выдают автокредиты за огромные проценты на новые автомобили. Ну вот теперь, ребята, вы знаете все. Вы теперь знаете, кто за всем этим стоит. И можете сделать свои выводы.